Доброго времени суток, дорогие друзья, и в этом видеоролике мы вам расскажем, как настроить уведомления на телефоне Xiaomi Mi 11 Lite. Для того, чтобы это сделать, для начала мы переходим в настройки, пролистываем немного вниз и находим пункт, который называется «Уведомления». Я где-то его пропустил. Вот здесь уведомления и центр управления. Мы нажимаем на него. Дальше мы можем здесь настроить наши уведомления. Например, я хочу настроить уведомления на экране блокировки. Например, я не хочу получать уведомления на экран блокировки. Я могу их выключить полностью от определенного приложения. Или я могу немного скрыть содержание уведомления на экране блокировки. Например, если мне кто-то напишет в какой-то мессенджер, чтобы я просто видел, что мне кто-то написал, но я не видел, кто написал и что написал, тогда я выбираю пункт, который называется «Показывать уведомления и скрывать их содержимое» или «Совсем не показывать никаких уведомлений». Дальше. Мы можем также настроить всплывающие уведомления. Мы можем включить или выключить всплывающие уведомления для каждого приложения. Дальше мы можем запретить или разрешить приложениям ставить метки на своих приложениях. Дальше. Мы можем настроить шторку уведомления для начала. Мы можем выбрать шторку уведомления или как на Android, или как на MIUI нам предлагают. Дальше, уведомления приложений. Здесь мы можем настроить уведомления от каждого приложения отдельно. Или же, это можно сделать немного легчайшим способом, мы выходим на главный экран, выбираем приложение, уведомление, которое мы хотим настроить, и зажимаем, выбираем «О приложении». И дальше мы выбираем здесь уведомления. И, как вы видите, здесь есть много разных настроек уведомлений, такие как метка на значке приложений, всплывающие уведомления, экран блокировки, звуки, вибрации и так дальше. Таким образом, нам не придется заходить в настройки и каждый раз шукать очень долго Google Chrome или любое другое приложение, чтобы его настроить. А мы это делаем всего за несколько секунд. И это все. Спасибо, что посмотрели этот видеоролик. Здесь мы рассказали, как настроить уведомления на Xiaomi Mi 11 Lite. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока!